Ну что? Здравствуйте, мы работаем сейчас в информационном центре избирательной комиссии Приморского края. Сейчас к нам подошел Ефим Семенович Звеняцкий, художественный руководитель театра Горького. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, вы уже сделали сегодня свой выбор? Да, конечно. Я, в общем, поскольку не ложился спать, потому что кинофестиваль шел до утра, я сразу прям поехал и проголосовал. Скажите, что бы вы сказали тем, кто сегодня не собирается идти на выборы и считает то, что его голос ничего не решает? Но мне кажется, что есть люди, которые искренне, может быть, думают, что участие их не обязательно, что это может пройти и без участия семьи, дома, детей, взрослых. Мне кажется, что их право, но и право их не обязательно прийти, проголосовать и сказать, чрезвычайно важно, что будет с моим домом, с моей семьей и с моим городом. Потому что я ведь живу здесь немного тоже, энное количество лет, и боготворю город. Нет, я не призываю, я приглашаю. И искренне говорю, ребят, откликнитесь. И мне кажется, что нам всем повезет.